Ульяновские правоохранители выявили факт незаконной предпринимательской деятельности. На территории Новоспасского района работало предприятие по переработке нефтепродуктов без соответствующей лицензии. Переработанное сырье реализовывалось на территории других регионов ПФО. На промышленной площадке полицейские обнаружили 17 резервуаров различного объема с дизельным топливом, прямогонным бензином, газовым конденсатом и мазутом. Предварительный доход оценивается в 30 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное предпринимательство. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.